Здравствуйте, ребята, мальчики и девочки. Мы сегодня будем рисовать с вами такой рисунок, который называется «Скворечник». Мы с папой повесим в саду. Скворечник – это домик маленький для птиц. Когда они прилетают из южных стран, перезимовав, то им нужно где-то поселиться, чтобы отложить яички и вывести птенцов. Обычно это в таких вот регионах нашей страны, где зимой очень холодно, и многие птицы улетают на юг перезимовать, а весной возвращаются, чтобы вывести потомство. Обычно это скворцы, поэтому и называется скворечник. Ну и другие птицы, бывают в таких домиках, тоже откладывают яйца. Итак, выводят свое потомство. Итак, а скворечник делают из деревянного материала, из дерева, и вешают высоко на дереве, чтобы птичкам было не страшно и удобно, чтобы до них не добрались собаки и кошки. Мы будем рисовать с вами на скворечник, на весь листочек, большой скворечник на дереве, чтобы было нам удобно потом раскрашивать. Как мы будем это делать? Возьмем карандаш и нарисуем посередине нашего листочка длинную линию, одну, отступим от нее и такую же точно нарисуем еще одну линию. Скворечник будем рисовать большой, рисуй большой домик, да, не маленький, чтобы потом красить было удобно красочкой, кисточкой. Соединим вверху эти линии и внизу эти линии. Сверху над нашим прямоугольником, посерединке, мы поднимемся немного вверх и поставим точку. К уголкам нашего прямоугольника проведем линию крыши. В одну сторону и в другую сторону. Вот эту линию нам надо ластиком стереть. Хорошо. На скворечнике обычно делают или посерединке, или чуть повыше, вот такой вот кружочек вход для птички, кругленький. У скворечников нету дверей, нету окон, а есть вот такое отверстие, куда птичка могла бы залететь, и никто туда не мог бы, кроме птички, добраться. У скворечника есть вот такая вот внизу досточка, чтобы прибить к дереву этот домик, чтобы можно было прибить к дереву этот домик. И обычно скворечник прибивают к стволу дерева. С самого верха листочка мы сейчас с тобой нарисуем длинную линию. До скворечника вот так. Потом пропускаем наш скворечник, не рисуем по нему, а только проводим, где у нас будет дальше идти линия. И проводим дальше ствол. С одной стороны. И сделаем еще с другой стороны. Тоже отступили. Ведем линию до скворечника. Пропускаем скворечник. И дальше ведем. Можно, конечно, сделать и шире ствол. Дальше, ну, дальше от скворечника отступать. Как у тебя получится. Я сделала его немножко узенький, этот ствол, чтобы нарисовать ветки у дерева. Дальше мы рисуем веточки у дерева. Давай в эту сторону ветку нарисуем. Еще где-нибудь веточку нарисуем, может быть, вверху будет ветка. С этой стороны отметим, где у нас будут веточки. Мы только длинные нарисуем веточки, и потом, вот так нужно даже от скворечника, но это не значит, что это от скворечника веточка, это ветка от ствола. А потом мы уже будем мелкие веточки кисточкой рисовать. Сегодня мы с тобой попробуем наводить красочку в палитре. Для этого нам нужна будет толстая кисточка, палитра. Так, макаем кисточку в воду. Мы сейчас будем наводить цвет для ствола дерева, ствол дерева. Он не будет у нас открыто коричневым, а мы его немножко сделаем такой цвет посветлее, чем темно-коричневый. Для этого мы кладем в палитру. Давай охру положим в палитру. Три раза. Один, два, три. Охра – это вот такой цвет. Он и не желтый, и не коричневый, а что-то между этими двумя цветами. Называется этот цвет охра. Вот такой. Промываем кисточку. В охру добавим немного коричневого. Один раз коричневого берем. Перемешиваем. Охру с коричневым перемешали. Промываем кисточку. Давай добавим сюда еще капельку черного. Черного взять нужно прямо на самый кончик, чуть-чуть красочки черненькой. И перемешаем. Промываем кисточку. И теперь добавим белый. Берем один раз белую. Ну хорошо, вот так давай возьмем белый. И перемешаем. Получился такой какой-то цвет светло-коричневый. Но мы сейчас сюда еще что-нибудь с тобой добавим. Мы же с тобой экспериментируем, смешиваем красочки. И вот будем смотреть, что там у нас получается. Промоем кисточку и добавим в наш цвет, который мы получили. Чуть-чуть зеленого, капельку зеленого. На кончик кисточки берем и перемешиваем. Вот такой вот получился непонятный цвет. Этим цветом мы будем раскрашивать ствол дерева. Если тебе удобно толстой кисточкой, можешь раскрашивать толстой. Но если толстой кисточкой тебе неудобно красить, можешь взять тоненькую и раскрашивать тонкой кисточкой. Сверху над скворечником ствол дерева закрашиваем и снизу над скворечником закрашиваем ствол дерева. Вот такой у нас цвет получился дерева. Промоем кисточку.
Будем смешивать краску для фона, вокруг дерева, вокруг веточек. Это фон, то, что наполняет воздух, да, воздух вокруг предметов, это фон. Он может быть любым. Мы с вами, так как это ранняя весна, мы готовимся к принятию птиц перелетных. Птицы, кстати, которые перелетают зимой на юг, а летом с юга на север, это птицы перелетные, которые не зимуют, а перелетают с места на место. Называются перелетные птицы. Итак, мы сейчас будем наводить в нашей палитре цвет для фона. Для этого в чистую палитру, в чистенькую, не там, где мы уже смешивали, а в чистую ванночку накладываем 10 раз белую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 раз белую красочку. После этого кисточку промываем. Можно добавить один раз любой цвет, каким ты хочешь раскрашивать фон. Любой ты можешь выбрать. Хоть красный, хоть коричневый, хоть оранжевый, хоть синий, хоть розовый, хоть фиолетовый, хоть зеленый. Любой цвет один раз только можно взять и смешать с белой красочкой. Я возьму розовый цвет. Вот, хорошо его набираем на кисточку. И перемешиваем со своей белой краской в палитре. У нас получится светленький цвет для фона. Хорошо перемешиваем и начинаем раскрашивать наш фон вокруг предметов, вокруг скворечника. Причем мы покрасим немножко с одной стороны, потом этим цветом немного покрасим с другой стороны. Еще где-нибудь добавим этого цвета, то есть в разных местах на листочке мы закрашиваем фон. Теперь я хочу немножечко цвет еще светлее сделать, поэтому я беру белую краску чистой кисточкой. И добавляю еще в этот цвет. То есть я еще разбеливаю. То есть будет еще светлее. Красочка один раз. Если мне нужно еще светлее, можно еще макнуть в белую красочку. Мы экспериментируем и смотрим, что у нас получается. То есть вот у меня еще светленький. Им я подкрашу еще в некоторых местах. Кстати, веточки можно пока закрасить. Так, здесь. Здесь светленьким покрашу. И здесь. Еще поэкспериментируем. Добавим в нашу красочку какой-нибудь еще цвет. Я добавлю в свою красочку немного фиолетового и перемешаю. У меня получится другой оттенок, тоже такой розоватый, но более холодный. Еще немножко добавлю, не сильно отличается. Вот. И покрашу теперь этим цветом немного. То есть я добавляю в эту же красочку какой-то цвет, и получается новый оттенок. И теперь в свою красочку я добавлю еще немного синего. И перемешаю. В оставшихся местах я закрашу этим цветом. Так, он у меня сильно темный, я немножко еще беленький добавлю. Посветлее, чтобы было. Вот. В оставшихся местах незакрашенных я закрашу этим цветом, который у меня получился. Итак, и так у нас тогда выйдет вот такой живописный фон, состоящий не просто из одного цвета, но вот такие получаются красивые оттенки. Где-то розовый, где-то темно-розовый, светло-розовый, фиолетовый, светлый и вот такой вот какой-то голубоватый цвет. Если ты со мной не успеваешь, останавливай видео, ставь на паузу. А потом, когда выполнишь все, включай и продолжай вместе со мной. Мы продолжаем. Нам надо раскрасить скворечник. Скворечник мы с тобой будем раскрашивать желтенькой краской. Полностью весь домик закрашиваем желтым. И сам домик, и вот эту палочку, на которую прибивают к дереву скворечник. Когда будет весь домик раскрашен, мы берем немножко белый и теперь растираем вот эту желтую вместе с белой. Для чего? Просто красочка, когда смешивается с белой, она становится более плотнее и ровнее выкрашивает листок. Поэтому макаем в беленькую. Палочку не надо, только сам скворечник. Нам надо, чтобы палочка была немножко потемнее. И растираем хорошо-хорошо все вот эти вот разводы от желтой краски. У нас вот окрасится, мы если подольше порастираем, то вот получается ровный раскрашенный домик. Замечательно. Вход в домик, вот этот, нам надо закрасить коричневым. Потому что там темно внутри, в домике. Вот так аккуратно кончиком кисточки закрашиваем коричневым. Кисточку промываем. Чтобы наша кисточка оставалась сухой, когда нам нужно кисть полусухая, нужно пользоваться салфеточкой. То есть мы к салфеточке прикладываем кисточку промытую, она впитывает краску, воду впитывает и становится сухая, не будет растекаться. Берем охру
И охрой нам нужно под кружочком черненьким. Мы берем прям полностью на кисточку, вот так, чтобы наша кисточка была полностью закрашена. И щетинку под кружочком немножко отступаем, отпечатываем жердочку. То есть мы полностью прикладываем вот так щетинку на кисточке и убираем. Получается жердочка, такая черточка. Это жердочка, на которую птичка может присесть, прежде чем в скворечник попасть. Также этой охрой, краской охрой, мы обведем крышу. Смотри как. Нам нужно немножко подальше отступить, не прямо от уголочка, а немножко подальше. Кисточку кладем, прижимаем и ведем дальше над точечкой. Вот так немножко дальше проводим. Видишь, я дальше провела с этой стороны и с этой стороны. И также делаем с другой стороны. Дальше берем, прикладываем кисточку и ведем линию, выступая за пределы скворечника. Вот такая получилась крыша. Готово? Замечательно. Приступаем к веточкам дерева. Нам нужен опять вот этот цвет, которым мы раскрашивали ствол, но его нам нужно сделать чуть темнее. Веточки потемнее, чем ствол. Поэтому мы берем коричневую на тоненькой кисточкой и смешиваем еще с нашей красочкой в палитре, в серединке, которая у нас была. Перемешиваем, смотрим. Может быть, даже еще один раз коричневую добавить. Перемешиваем. И этой красочкой, которая получилась, смотрим, достаточно она темная получилась или еще нет. Но у меня вот достаточно. Я беру и от дерева рисую вот эту вот длинную ветку до самого края. Так. Вот здесь, где у нас дерево, можно чуть сделать потолще веточку. Еще берем, где у нас будет веточка. Вот я здесь еще хочу нарисовать веточку. Тоже до самого верха ее рисую, и вот здесь ее делаю потолще. Еще с другой стороны я рисую веточку вот от скворечника, вот здесь, вот сюда, вот вверх, до конца. Еще набираю красочку на кисточку и внизу подрисовываю веточку. К дереву веточка будет пошире, вот так потолще рисуем. Это мы нарисовали основные ветки. Теперь нам надо добавить к этим веточкам еще тоненькие веточки. Набираем красочку и кончиком кисточки. Кисточку мы держим вот так вертикально, чтобы получались тонкие. Слегка прикасаемся к веточке и ведем тоненькую, сильно не жмем. Ветку в одну сторону, еще ветку с другой стороны. Набираем красочку. На следующей веточке рисуем с одной стороны веточку тоненькую до конца и с другой стороны веточку тоненькую до самого верха. Набираем красочку. У этой веточки от серединки рисуем тоненькую веточку в одну сторону и тоненькую веточку в другую сторону. Набираем красочку на кисточку. На последней веточке мы рисуем в одну сторону тоненькую веточку и в другую сторону. Дальше нам нужно на каждой маленькой веточке еще подрисовать по две веточки. Сюда, 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 сюда. Еще меньше веточки, видишь, я добавляю. На следующей также на маленькой веточке сюда подрисовываю, сюда. И все вверх стараемся рисовать. Веточки подрисовываем вверх. На этой веточке сюда, 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 сюда. Кончиком кисточки прямо еле прикасаемся к листочку, чтобы веточки получались тоненькие. Итак, на всех веточках мы добавили еще. Отлично. Теперь нам нужно дождаться, чтобы наша работа высохла, чтобы доработать ее фломастерами. Можешь поставить на паузу сейчас и дождаться, когда твой рисунок подсохнет. А потом вновь включай. Я продолжаю. Мой рисунок подсох. Нам понадобятся фломастеры. Фломастеры. Я выбрала желтый, серый и коричневый. Коричневым фломастером нам нужно будет обвести ствол дерева. То есть мы вот тут по краешку проводим коричневым фломастером ствол дерева. И на дереве рисуем кору. Кору можно рисовать либо просто вот такими черточками неровными, либо можно нарисовать дугами. Вот так. Кору с одной стороны, с другой стороны. Вот так, смотри, дуга с краешку рисую, потом еще и еще. И также здесь с краешку дугу и еще подрисовываю дуги. А здесь просто волнистые посерединке. Вот так. Это кора дерева. Также нам нужно обвести сам скворечник. Обводим скворечник. Обводим скворечник. Палочку вот эту. Рисуем вот здесь гвоздик маленький. Обводим крышу. И сейчас нам нужно на нашем скворечнике подрисовать досточки. Смотри, как мы это будем делать. Мы рисуем вот так сверху. Несколько полосочек. 3-4 полосочки. Вот видишь, да? Вот так. Потом под ней мы рисуем вот так полосочки. Опять вниз рисуем полосочки вертикально. Потом горизонтально. Пропускаем дырочку и жердочку. Рисуем еще горизонтальные полосочки. Потом вертикальные. Горизонтальные. Вертикальные. У меня желтый фломастер видно на моем скворечнике. Если у тебя желтый не видно, ты можешь взять либо серый, либо коричневым так делать. А теперь наоборот. Смотри, здесь у нас были вертикальные, значит рядышком я рисую горизонтальные. С одной стороны и с другой стороны. Здесь вертикальные палочки, то есть мы их чередуем. Опять горизонтальные с этой стороны и с этой стороны. Здесь вертикальные.
Ты смотри, как у тебя будет получаться. То есть мы чередуем, у нас получаются такие квадратики. Видишь, вертикальный, горизонтальный, вертикальный. То есть мы их обязательно меняем. Если были вот такие черточки, теперь, значит, рисуем вот такие, горизонтальные. После них мы рисуем вертикальные. Опять горизонтальные. Меняем их на друг дружкой вот так. Для детей, которые совсем еще маленькие, можно этот момент пропустить с черточками на скворечнике. Для трехлеток можно эти пропустить детали. А четырехлетние детки могут попробовать нарисовать черточки на скворечнике. Вот такой вот получился скворечник. Замечательный. Фотографируй свою работу и присылай в группу «Маленький художник». Посмотрю, какая живопись получилась у тебя. А сейчас пока-пока.